В Дагестане неуклонно растет количество заразившихся коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев COVID-19 уже перевалило за 400. В Минздраве напоминают о необходимости оставаться дома. Только так можно разорвать цепочку заболеваемости и снизить нагрузку на медучреждения. Специалисты отмечают, вирус молодой, и у населения еще нет коллективного иммунитета. Это значит, что человек новым вирусом, переболевший в легкой форме и перенося его на ногах, может заразить много ослабленных людей, у которых, возможно, возникнут осложнения. Thank you.